Значит, у нас продвижение туда постройки сейчас затруднено в связи с тем, что там ограничено количество воды. То есть нет тех условий по подаче воды. И здесь мы как раз готовим документы на то, чтобы строить северный водовод. А сколько он стоит? Ну, по предварительной стоимости, страшно сказать, 2,5 миллиарда. Вы хотите программу реализовывать, в которой мы будем 1,5 миллиарда, построить водовод на 2,5 в себе? Нет, кто тогда, будет строить тогда водовод? Город... Или вы что, хотите тариф поднять на воду на 30-40%? Возьмите деньги, тогда возьмите 2,5 миллиарда. Программа областная ЖКХ, там, 1 миллиард, 1,2 миллиарда. А вы говорите, 2,5. Это больше на какие-то сказки похожи, нежели на желание что-то построить. Это нереально просто.